Эвены – это название народа, которое было принято в официальный статус национальности, назвали эвены. Но у эвенов есть свои самоназвания. Эвены, которые проживают, например, на территории современного Ольского района, как я сейчас могу сказать, они себя называют орочел, от слова оран, олень, оленные. Есть эвены, которые себя называют эвесел. Почему это название закрепило за нашим народом? Потому что оно было более распространенное на все территории проживания эвенов. Вот здесь у нас в Магаданской области распространенное самоназвание орочел. Эвены здесь, эвесел, ну вот если спрашивают, когда эвен с эвеном встречается, у нас обычно это нормальное такое, а ты кто? Ну, хини бишини говорят. Бегу вот там, би эвен бисом, я эвенка. А кто-то мне может сказать, би ороч бишим, я ороч. Это тоже он говорит о том, что он эвен. Это вот разные самоназвания. Вообще в эвенском языке, в одном, наверное, из немногих языков народов Севера очень много диалектов. Насчитывается более 20. Опять-таки это сказывается о том, что территориально мы были исторически всегда разобщены. Вот если бы в нашей беседе, да, я бы хотела бы конкретизироваться на эвенах Магаданской области, потому что я могу сказать, что и в языке могут быть разные и произношения слов, и разные названия каких-то там, даже предметов быта, какие-то названия растений, животных, опять-таки, да. Если в Магаданской области эвены проживали, то они занимались рыбалкой морской. Эвены, которые проживают на территории Якутии, они не знают морскую рыбу. И, естественно, в их разговорной обиходной речи название морских рыб, ну, как бы оно было... И они, конечно, могли знать и использовать, но они не так часто их используют, как эвены, например, которые занимались именно ловлей морской рыбы, вот, которая здесь у нас на территории. Одежда полезиатских народов, да, она показывает о том, что она у них глухая. То есть это говорит о том, что это северные жители, которые жили, ну, наверное, много-много-много веков здесь исторически и всегда. А если обратить на одежду эвенов, то сразу бросается, почему у них распашная одежда. Вот здесь можно, конечно, этому и дается такое пояснение о том, что, во-первых, эвены ездили верхом на олене. Уже езду в нарте и в упряжи они переняли уже у соседних народов. Да? Если мы будем говорить про эвенов конкретно Магаданской области, то ближайшие их соседи – это были коряки, которые использовали только упряжную езду на олене. А эвены использовали верхом на олене. Они ездили в любое время года, и зимой, и летом, только верхом. Ну а потом, как оказалось, удобнее ездить и перевозить груза на нартах, и ездить на нартах – это более удобно. И поэтому, ну, то, что можно больше груза увезти. Поэтому, конечно, оно было перенято, ассимиляция культур, и это все равно произошло. Эвен садился верхом на олене, да, если глухая одежда, это надо было, значит, все приподнимать. И поэтому она тоже имела это место, потому что было удобнее садиться даже на олене. Ну и распашной вид одежды эвенов говорит о их южном происхождении, о том, что, ну, исторически в древности эвенов здесь не было. Если вот мы будем говорить конкретно про Магаданскую область, мы опять-таки скажем, что археологические раскопки, которые были найдены вот на территории даже нашего поселка Ола, ближайший поселок Атарган, там тоже были найдены именно исторические древние корякские поселения. То есть мы можем сказать, что как бы эвенского, как бы, ну, может быть, еще не найдено, но может что-то имеет место быть. Но как-то вот даже вот это дает объяснение тому, что эвены сюда намного позже прикочевали. Если вот говорить о конкретном населенном пункте Ола, то опять-таки мы можем сказать, да, ну, много было версий о том, что
ученые, лингвисты, филологи говорили, какое же оно имеет происхождение. Но я лично считаю, что оно имеет чистое венское название, потому что вот если когда вы въезжаете в Волу, в народе его называют Дунькинпуп, а тут есть такой сопочка, которая напоминает форму ковша. По-венски кола – это ковш. Вот оттуда и пошло название. Есть, конечно, топонимическая легенда о том, что вены увидели речку и начали кричать «Олра, Олра». Ну, это как-то сразу видно, что это легенда, потому что вены, я так думаю, что как они сюда пришли на эти места, эти края осваивать, и когда они здесь уже освоились, естественно, рыбалка была это естественным первым занятием, которое они могли бы заниматься. И увидя рыбу, они бы возгласно кричали бы «Олра, Олра». Ну, это вот. Но эта легенда очень давняя, ее очень давно, конечно, люди рассказывают и поэтому говорят. Но я считаю, что все равно эвены были очень наблюдательными, и тем более, живя тесно в природе, естественно, они все подмечали. А географические названия они давали местам там по приметной сопке, по речке. И поэтому вот эта сопочка, она такой, вы, наверное, видели, вот когда едешь, это вот эта сопочка. Вот эта кола, она напоминает форму ковшика. Кола по-эвенски – это ковшик. В советское время эвенский язык в школах велся, как правило, только в начальной школе. И я думаю, это как раз-то и было, наверное, тем толчком, когда он еще в советское время на самом деле начал исчезать. А сейчас мы уже сколько времени прошло, конечно, мы можем говорить, что эвенов, говорящих на эвенском языке, к сожалению, все меньше и меньше становится. Есть люди, которые могут понимать речь, но не говорить. Есть люди, которые говорят обиходные только слова и более-менее могут поговорить и поддержать диалог. Ну а так свободно говорящих, конечно, очень мало совсем. Есть, конечно, но мало уже. Если мы возьмем детей школьного возраста, то, конечно, вот даже я помню еще в свое время, когда я в школе работала, родной язык ставился всегда шестым-пятым уроком. Вот какой ребенок усидит или захочет, весь класс ушел, а три человека осталось. И вот это они весь урок говорят, почему мы остались или почему у нас так урок. Если говорить про язык, то я думаю, что в сознательном возрасте люди больше заинтересованы к изучению своего родного языка. Ну, по разным причинам мы можем сказать, человек там или не знал язык, или не хотел, может, изучать. Ну, причины у человека могут быть объективные, субъективные, это уже совсем другой разговор. Но чтобы прийти к тому, чтобы изучать свой родной язык, я думаю, что больше приходит уже в сознательном таком возрасте. И сейчас довольно-таки, я не говорю, что много, но у нас и в принципе эвенов немного. Поэтому все равно есть такая потребность в том, чтобы как бы возрождать язык. Но вот если мы говорим о школьной программе, да, то я как педагог в первую очередь могу сказать о том, что сейчас надо такие делать программы, чтобы язык изучал и ребенок, и родитель. Потому что если в семье не используется родной язык, ребенок, конечно, он в школе, он может просидеть, он может там, ему некуда же деваться, потому что это его, это предмет. Дома должно быть какая-то поддержка, какой-то хотя бы бытовой уровень разговора. А получается, в школе учитель может говорить, там, добиваться или не добиваться того, чтобы ребенок более-менее хотя бы какие-то фразы знал или что-то мог перевести или поддержать какой-то разговор. А если это дома, в семье этого нету, и нету поддержки, и нету такого понимания, то это только надо вместе работать над этой проблемой. И эта проблема, вот если мы будем говорить о языках малочисленных народов, это надо всему народу этим заниматься. Нельзя говорить, что вот эта школа виновата, это учитель виноват. А у нас сейчас, как правило, такое понимание, что
Вот только в школах. Не должен любой представитель народа, у которого язык находится на грани исчезновения, надеяться только на школу. Нужно начинать с себя. Вот я выучил сегодня 10 раз, и мой ребенок выучил 10 раз. Это только вместе. Потому что уже утеряно то время. Дело в том, что я как представитель, выросший в советское время, я тоже иногда задумываюсь над этим вопросом. А что же пошло не так? Или почему пошло не так? И я вот для себя лично я сделала вывод такой. Советская школа большую ошибку совершила в том, что когда детей забирали из семьи, когда традиционно он проживал в тундре с родителями, родители занимались оленеводством, ну или рыболовством, неважно чем, но традиционным видом хозяйствования, детей оттуда изымали, но приведя в интернат тот же, не было поддержки ни культуры, ни языка. И оно тогда уже начало сходить на ноль, потому что нам в первую очередь старались научить, кто такой Ленин, там, все вот такие моменты. А вот что наши традиционные, какие-то традиционные праздники, они должны были поддерживаться. В то время, конечно, было из представителей коренных народов, которые владеют и языком, и культурой, было достаточное количество. И тогда бы оно бы, если бы поддерживалось советской школой, вот мы же все дети оленеводов, которые выросли в интернате. Вот этой поддержки не было. И, к сожалению, это принесло большой урон народу. Мы всегда говорим, что культура и язык – это неотъемлемая часть. Нельзя отделить культуру и сказать, все, только на культуре будет язык держаться. Или от языка культуру отделить и сказать, все, только на языке, только вместе. Потому что язык – это ядро культуры. И одной из, наверное, такой главной целью вот этих национальных праздников, которые возродились в 90-е годы вот в нашей Магаданской области, и было нацелено на то, чтобы сохранялся язык. Если мы будем говорить про праздник Хабдянек, это он был в свое время инициирован на курсах повышения квалификации, когда в то время работала Пимененкова Евдокия Михайловна. Я думаю, что такие моменты обязательно нужны, и произносить нужно те имена, которые стояли у истоков создания, возрождения. И когда приехали учителя и говорили о том, что нужно какие-то национальные праздники возродить, и вот тут они с таким предложением к методисту в то время обратились, Евдокии Михайловне Пимененковой. И она поддержала, и она вышла с этим предложением в областную ассоциацию коренных малочисленных народов Севера Магаданской области. И вместе тогда они начали решать эту проблему. И вот такой праздник, вот уже на протяжении в этом году, по-моему, 25 лет этому празднику был. Этот праздник, это я считаю, что большая такая заслуга наших уже давно, конечно, ушедших людей уже. Но в первую очередь, конечно, было нацелено для того, чтобы сохранять язык. Хабдянек – это праздник эвенов. Эвены еще и в древности знали о дне летнего солнцестояния. Дело в том, что я бы вот тут хотела такой акцент сделать о празднике этом, да? В Магаданской области, может быть, его неудачно как-то начали перевести праздник Нового года. Но на самом деле это чуть-чуть не точно сказано, потому что эвенские празднования летнего солнцестояния было связано с тем, что после долгой зимы, вы знаете, на севере очень долгая зима, и самое сложное испытание для людей, для животных. И поэтому, когда зима заканчивалась, это считалось, что вот мы год и прожили, вот мы пришли уже с новыми силами, появилась новая зелень, новая жизнь. Вот что они праздновали. И поэтому это был такой праздник, который вкладывался в такой смысл. Сейчас на современном этапе, конечно, можно его переводить по-другому, говорить, может быть, не совсем
точно, ну, чтобы я понимаю, что это сейчас требуется для того, чтобы это звучало громко или там как-то вот, ну, для этого. Но вообще у эвенов этот праздник вот был в первую очередь с этим связан. И они о дне летнего солнцестояния, они об этом знали. А Бакалдадяк – это уже такой праздник тоже, но уже, как сказать, наверное, больше тоже, опять-таки, это у истоков создания этого праздника стояла, конечно, общественная организация наша Магаданской области. И, ну, как она переводится тоже как праздник первой рыбы. Потому что вот Орачил, как раз-то жители вот этого нашего Охотского побережья, конечно, ход первой рыбы для них тоже был какой-то знаменательный, потому что рыба это тоже давалась специально, если это были оленеводы, они специально подкачевывали ближе к морю для того, чтобы и олени, потому что есть такие олени, которые тоже едят красную рыбу, и потом они заготавливали для собак красную рыбу на всю зиму. Это тоже такой важный хозяйственный момент жизни эвенов был. Вот. Поэтому тоже этот праздник. Ну, если говорить перевод с языка, то, конечно, тут тоже можно сказать, ну вот и я, как и владеющий своим родным языком, ну, от слова бакалдадя, от слова бакалдын, то есть это вообще получается рождение. А, ну, как-то тут праздник первой рыбы. Вот, чуть-чуть. Я думаю, что даже с тем, что каждому представителю коренного населения, если к нему придет мысль о том, что ему нужно поддерживать и знать свою историю, культуру, интересоваться. Я не говорю, что он может быть идеально выучит язык и может заговорить на своем родном языке. Но мне кажется, хотя бы с этого, если начать, и это поддерживать, и этим интересоваться, это уже будет большая победа и не даже не победа, а большой, наверное, вклад в развитие своего народа.